Ребята, всем огромный привет. Побаловала нас осень в этом году. Побаловала. Но украли у нас и весну, и лето, и осень. Так, не будем о плохом. Обзор продуктов ВТБ по акции. Очень хорошие скидки до 50%. Прям с 16 ноября по 22 ноября. Я под зонтиком стою. Слышите, как дождик? А с завтрашнего дня обещают уже морозы. Кстати, хотел всегда спросить и никогда, всегда забываю. Пишите комментарий, оставляйте, когда вы ходите за покупками, за продуктами в магазин. Утром, днем или вечером. Или как у вас получается. Пишите комментарий, буду вам очень благодарен. Так, Якобс Монарх, 200 грамм, 169,90. Якобс Монарх, 190 грамм, баночка тоже Монарх. То есть, очень сделали хорошую скидку вот на этот Монарх в банке. Как я уже говорил из прошлого обзора, что можно сделать подарок, купив такую банку. Якобс Эспрессо, 230 грамм, 64,90. И Монарх Классик, 250 грамм, 104,90. Так, ну, понятное дело, шоколадки Свиточ, 15,90, это хорошая скидка, поэтому будут разбирать. Ричарды, 100 грамм. Ассорти с этими, ну, с этими, с трояндами, да, с тропическим ароматом, господи, с колюстками троянд, я думал, с тропическими фруктами и крупный листовой, 100 грамм упаковка, это хорошо, потому что некоторые делают по 80 грамм, 42,50. И Ричарды тоже заварные, они фильтр-пакеты, по 25 фильтр-пакетов 31,70 и 27 пакетов 26,70, тоже хорошая скидка. Так, дальше сыр Маздам, он часто в акции, это Польша, если не ошибаюсь, Маздам, Гауда, Эдам, без лактозы, Гауда идет, пластинки, так, 150 грамм, 52,40, сыр. Плавленые сырочки, 70 грамм, 11 гривен, 10 копеек за штуку. Так, колбаса Балыкова, полукопченая, мясная лавка, своя линия, полкилограмма, палочка 66,90. Сардельки австрийские, килограмм 138,90. Фарш охлажденный Глобина, куриный, полкилограмма 73,90. Так, курица, чебатурка задняя. Задняя чебатурка. 66,95. Лимоны 54,95. Это радует, что цена немножко упала на лимоны. Киви по 49,95. Алия оливкова 250 грамм 75,90. 79,90. И пол-литровая 135,90. 143,90. Килька аквамарин и сардины. Аквамарин 230 грамм, баночка 23,70, килька, и сардины 38,60. Так, ну, многие жаловались в комментариях, писали, что испортилась фирма Аквамарин. Так, Оселедец слабосоленой торговой марки Норвен 106,90, горбуша холодного копчения 59,90 за 100 грамм, и форель слабосоленая 120 грамм 123,90. И пойдемте в АТБ, посмотрим, что же нам приготовил АТБ на эту неделю с 16 по 22 ноября. Сенсоден, очень хорошая цена на зубную пасту Сенсоден, поэтому не проходите мимо. 65 мл 28,50, дневная защита, 100 мл отбеливающая XL 100 мл 55,90, это очень хорошая цена, ребята, поверьте. И 75 мл дневная. Так, видно ли мне это захист? 75 мл 66,50. Это очень хорошая цена. Экспресс-тест на ковид 69,90. И засип, средство для стирки 4-литровый 121,50. Ну, значит, обзор будет всегда, как всегда, по красным ценникам. Новинки я показывал в прошлый раз. Ассорти огурцы и помидоры, верес, усольский, огурки, усольский, пикантные корнишоны.
Я буду показывать акционные ценники, то есть красные. Поэтому, если кто-то будет писать, почему не показали то, почему не показали это. Друзья, показываю акционные ценники, то есть скидки АТБ. И огромное вам спасибо за ваши лайки, которые вы ставите мне за мою работу, а не АТБ. Потому что некоторые путают и ставят дизлайки АТБ. Вы ставите мне лайки за мою работу. А если хотите, можете выразить свое фе на сайте АТБ. Так, вырос посольский перец. Смотрите, первый раз такое вижу. Острый, интересно. Тоже новинка, я такого не видел. 54,50, нужно попробовать. Так, в акции из томатных паст ничего не вижу. А, по 13 гривен вижу. Вот такая вот томатная паста. 70 грамм в акции. Из кетчупов с красной ценой. Ребята, тоже ничего не вижу. Так, ладно. Так, наверное, видео всегда будет из двух частей. Первая часть и вторая часть. Так. Свиточ. Рулеты уже по 29. Своя линия. Угу. Понятно. Киткат 28. Ой, 22,80. 15,60 маленький. Ну и вот Very Perry по 26,90. Разные. С цедрой апельсина, с арахисом, соленой карамелью. Вот эти вот очень вкусные. Миллениум 31 гривна сейчас. Кстати, плитка идет 100 грамм. Очень вкусные. Так, Миллениум 35,70 с лесными орехами и с миндалем. 35,70. Ну и понятное дело, все разбирают по 15,90 шоколадки. Это у нас с клубничной начинкой. Свиточ 15,90. 15,90 тирамису. И 15,90 трюфель. Так что можно себе поласувати шоколадками Свиточ. Кстати, Свиточ очень старая, старая фабрика. Кондитерская фабрика. Очень старая. Кажется, не помню, если не ошибаюсь, 74-го года. Может, ошибаюсь, ребят. Можно корону взять по акции. 22,10. Ну и уже появились новогодние. Кстати, разбирают новогодние Миколайчики Рошен. Большие, маленькие. Видите, да, акцию? Ой, акцию, цены. Большие по 30, маленькие 23. Зайцы Рошен по 17. Рошен Снеговики 23. Так, Киткат 75 новогодний. Добрый. Круассан 11,90. Лигос сейчас в акции. Новинка какая-то. Батончик от Конти. Бисквитный брауни. Я думаю, он будет очень вкусный. Все. Отключили свет. Пришлось идти в другой АТБ. Просто сказка сказочная. Под дождем бегать. Так, все. По сладостях все. Идемте на кофе и на чай. Так. Пройдемся быстро по кофе. Кстати, Форт в акции. И по чаям. Большой Якобс. Сублимованный. Сколько тут его? Полкилограмма. 397 гривен. Рабочая версия. 33 гривны, как я говорю, на 10 чашек. Так, вот это что-то новое. Килограмм целый в зернах. 368. Нобель. Какой-то арабика. Не знаю. Так, 137 гривен баночка, 190 грамм и 169, тут 190 грамм. Добрый. Нескафе Голд
120 грамм, 125 гривен. Яковс Монарх 130 гривен, 120 грамм. Монарх Крыма 71 гривна, 60 грамм. Кстати, какао есть. Ну, такой, самый простой. 100 грамм, 27 гривен. Своя линия. Берите сюда настоящий какао, 22-23% жирности. Так, кофе, своя линия. 114 гривен, 220 грамм. Якобс Эспрессо 161 гривна, 450 грамм. Так, Якобс Монарх 103,70, 225 грамм. Якобс Монарх Классик 104,90, 230 грамм. А нет, 250. 250 грамм. Так, разобрали эспрессо. Вот оно. Можно сюда высунуть. Пусть дальше разбирают. 64,90. Очень хорошая цена на эспрессо Якобс. 64,90. 230 грамм. Долмайер 139,90. И Делюкс в зернах 358 килограмм целый. Арабика Делюкс пол килограмма 179. Так, чай в акции, вот этот Citrus Love Forest Fruity 38,90. там у нас идет 20 фильтр пакетов. И вот еще вот такой вот. Сюда можно поставить его, чтобы было видно, да? Это у нас Изабелла Найт. Ночь Изабеллы. Красиво, конечно, звучит. Ночь Изабеллы. Так, в акции ягода. Иммунитет по 15 гривен. Разводить кипятком. В акции малина пости 22, 30, 20. Пакетов это Польша 2,59, 590. Весь Делюкс, ну почти весь, да. Так, с цитрусом 38,90, цитрусовый Делюкс с ароматом бергамота 46,90 и пекои 46,90. Цейлонский крупный лист 38,90, 80 грамм. Байховый зеленый 47,50. Ребята, весь мокрый, прям весь мокрый полностью, насквозь, все на мне мокрое. Так, это уже новогодний дизайн Делюкс, так, сумесь зеленого та черного чаю, понятно. Так, в акции разумный выбор с ароматом лесных ягод, чай малина по 10,70. Так, Лорд Грей в акции 64,90, 100 грамм с ароматом бергамотом, крупнолистовой. Так, Ричард 26,70 с ароматом бергамота и черный байховый цейлонский. По 27 пакетов идет в упаковке, 27 фильтр пакетов. Ричарды байховые, аристократические, по 31,70. И Ричарды, которые завариваются, кстати, упаковка идет на 100 грамм, ребята, не 80, не 90, а 100 грамм, 100 грамм. Черный чай с тропичным ароматом 42,50, и кто не любит тропичный, пожалуйста. Крупный лист, обычный, крупнолистовой, 42,50, тоже 100 грамм. Так, так, это были, а, еще Мономах есть, да, конечно, забыл, 35 гривен Мономах, 45 пакетов, с ароматом лесных ягод. Мономах Кения, кенийский, тоже 45 пакетов, 35 гривен.
и Мономах, мой любимый, с ароматом бергамота. 30 пакетов. Тоже по 35, только 30 пакетов. Не 45, а 30. 1001 ночь. $37.90. Польская минутка, как я говорю, закрасить. 140 грамм, 100 пакетов. Саусеп. Получается 90? Да, 90 грамм за 40 гривен. Вот такой вот саусеп. Зеленый чай. Не знаю, не люблю, что я зеленые чаи, честно говоря. Сколько я не пробовал пить, и самые дорогие брал когда-то. Что-то они мне не заходят, ребята, честно. Также я заметил, что можно коробки взять по акции. Вот такая 83 Рошен ассорти, 155 грамм. Рошен. Молочный шоколад тоже 83, 145 грамм. Что купил? Зараз куплю, я в Франции. Что купил? Купил. Так. Купил. Весь АТБ разговаривать по телефону. 54 гривны уже любимов стоит, ребята. Очень вкусный. Так, трюфели 78 делюкс, тоже хорошие, бельгийские делюкс. И в акции, друзья, все, в акции больше ничего. А, вижу еще вот эти по 106.70 миллениум, корзинка ассорти. Кстати, я такие еще не пробовал, но думаю, они будут интересны. Разные корзинки, 220 грамм. Нормально, если считаете 220 грамм, плитка шоколада 30 гривен в среднем, да, если без акции. По 100 грамм, 110 грамм, ну по 50, нормальная цена. 24 штуки, 24 конфеты. Конфеты на развес в акции по 15 гривен, вот такие вот патроны. Патрон. Написали, что вкусные, но я еще не пробовал. Так, ой, по 15 гривен, за 100 грамм. В акции по 25. Ого, это что? А, это чернослив, понятно. Боже, как подорожал. Кошмар. Ну, понятно, зоряный сяй. Кстати, я зоряный сяй выбрал в этом рукавичке. Очень вкусное, потому что один раз как-то было вообще капец. И все, в акции все, походу. Нет, есть еще шеридан по 18.75. А цукерки сонечниковые. Вот эти по 12. И по 10, если у кого-то карточка. Сонечникова халва. Можно тоже взять. Все, пойдемте дальше. 6.20. Чуть-чуть упала цена. По 69.50 Ясен Свит. Это М-ки. Своя линия куриные 10 штук. 65.50. А это что? Кочка домашняя. 71.90. Добрый. И Ясен. Нет, это не Ясен. Вот Ясен Свит. Ясен Свит 74.90. Эльки. И нулевка 72.90. Премиум кочка. Идемте на молочку. На молочке, кажется, тоже сегодня много, если я не ошибаюсь. Вот молоке по 30 гривен. Понятно. Галичина по 13.60. Маленький. С чистых Карпат. Так, по 14.40. Кстати, вкусные. Я когда-то брал их с уценкой. 14.40 сейчас в акции. Тоже в ассортименте все, любой. Агуша по 13 и по 14. Агуша. Милупа по 16.60. Детский. Так. Тут ничего нету в акции. Тут сырки у нас. Скидка по 5 гривен. 38 можно взять вот этот. Своя линия 5%, 38.90. 22 гривны. Такие ни о чем, ребята, вообще. Вообще ни о чем молочка сегодня. Я думал, что будет сметана 36, 39 была 3 гривны.
Молоко скидка 4 гривны. Ни о чем. Так, сыр по 50, моцарелла. Моцарелла 50. Сырный продукт тульчинка 58. Шостка 52 гривны. Лицар. А что это за лицар? 160 грамм? Или 150 уже? 160. Так, и вот этот радомер 75,90, 200 грамм, 190, Польша. Добре, и Звенигора 160 грамм, 57,70. В акции. И в акции адыгейский. Мой любимый 51,30. Так, здесь у нас 47, вот, пожалуйста, 150 грамм уже. Гауда 47 гривен, 150 грамм. И вот сыр сметанковый тоже 150 грамм уже, 47 гривен. Будь ласка, уже по 150. Так, президент, как я говорю, намазанка на хлебушек 51,80. Это ж интересно потом видео пересмотреть через полгода, ребята, знаете. Я ж включаю свои видео и смотрю, и дивуюсь. Сырок 11,40 в акции «Дружба» 70 грамм. И в акции сейчас сырки идут вот эти вот, тоже не в акции. По 11,10. Они тоже, кажется, 70 грамм. Да. Только с разными вкусами. Сырок со вкусом сыра. Плавленый сырок со вкусом сыра. Сметанковый и грибной. Так, уже по 42,50 чеддер. Сколько, 8 пластинок или уже 7? Еще 8, но цена поднялась. Так, крем-чиз 51,80 делюкс. Ага. И вот эти вот микс сырки, 8 штук, 140 грамм, 46,70. Так. С лавандой, с горной лавандой, потому что карпатский, Карпаты — это горы. Горная лаванда 57,30 за 150 грамм и 60 гривен 60 копеек фермерский, легенда Карпат. Ну и вот эти вот польские все по 52,40, все в одну цену, 150 грамм, они все идут 150 грамм, они все уже нарезанные кусочками, очень выгодно. Маздам, Эдам, Гауда. Все в одну цену. Так, из колбасок. Это, из колбасок у нас тоже вот это вот по 66,90. Очень хорошая цена. Балыкова. Своя линия. Упаковка идет полкилограмма колбаски. Первый сорт. 66,90 за палочку. И в акции очень хорошая цена на австрийские. Где они, австрийские? Если найду, вам покажу. Ну, вот эти. Австрийские. Тоже скидка. 139. Сардельки. 35 гривен куриная. Домашняя, разумный выбор. Палочка 300 грамм. Кстати, ее вкусно отварить. Кто не пробовал, кто берет такую колбасу, можете ее сначала отварить. Отварите. Кипятки буквально 5 минут проварите в кипятке, она очень будет еще вкуснее, попробуйте. Угу. По 47 докторские фирменные, без оболочки, уже очищенные, это тоже большой плюс. В акции Миргородська по 46 гривен, 420 грамм палочка. И в акции красный-красный ценник. Где ты спрятался? Мне казалось, еще какая-то палочка должна быть. В красном нема. Ну, добре. Еще вам хотела рыбу показать. Это такие у нас. Такие. Побаловаться, как я кажу. Так, рыба. Вот рыба 176 гривен.
на шкуре, да, 180, 100, да, 180 грамм, 176,90. Копченая. Это тоже сейчас она идет в акции. Форель слабосоленая 123,90. Кусок 120 грамм. И горбуша холодного копчения 90 грамм. Вот это вот большая, большая упаковка, но на самом деле 90 грамм. 60 гривен. Вот такая цена. Так, икра с копченой форелью 56,90. Паста Веладис 36,40. И паста слабосоленая Веладис 54,90. Все, друзья, я иду снимать вторую часть видео, потому что и так уже наснимал много. Такое тяжелое. Сколько у нас? 106,90. 850 грамм. Сейчас по акции тоже скидка хорошая. А вам всем желаю экономных покупок, мирного неба. И самое главное, ребята, здоровья. Это самое-самое главное. 60 гривен, 240 грамм. Что тут есть?